делают плато. Пока еще не успели его засыпать и залить. Могу показать, что оно из себя представляет. Вот такая пристройка к пруду. Вот его глубина. Сейчас там, конечно, всякая грязь валяется. Сделано из кирпича. Построена, то есть выкопана земля, построена из кирпича. Затем прудовая пленка. Верх отделывался при помощи ткани с цементом. Пленка к кирпичу крепилась при помощи металлических планок с прокладкой из куска линолеума без основы, прикручивая их саморезами. Затем ткань в цементе так, чтобы прижать и создать основу для облицовки. Облицовка, раствор, обычная цементно-песчаная смесь и галька. Это бюджетный вариант. Русло. Тут не русло, а излив. Делаем основную яму, куда у меня вытекает мой водопадик, в который вода подается сейчас из скиннера. Далее я планирую из скиннера воду подавать именно на биоплато, а на фонтан вода пойдет из пруда, из фильтра, который расположен почти на самом дне, почти в самой глубокой точке. Сейчас вода грязная достаточно, хотя, ну, видите, прозрачность хорошая, но на ней много плавает всякое дребедень, потому что неделю не включался скиммер. Неделю было масса других забот, проблем. И прудик, конечно, грязноватенький сейчас. Сегодня будет испытание биоплато в том плане, что нальем воды, во-первых, чтобы смыть грязь, цемент и прочее, то, что туда насыпалось, то есть закачаем воду, посмотрим, как стоит уровень, затем эту воду выкачаем вот на огород и будем заполнять. Вот уже стоит промытый керамзит для биозагрузки, будем промывать щебень. Из пруда рогоз уйдет в биоплато. Прудик маленький. Итак, места мало. Растения, которые для его естественной биологической жизни занимают очень большое пространство, часть из них уйдет в биоплато, где будет продолжать свою работу, но не будет съедать площадь пруда. Итак, когда все заработает, я это постараюсь снять. Сейчас вот, вот в таком состоянии. Сегодня закончили, высадили растения в биоплато и залили водой. Итак, в биоплато наполнено у дна керамзит. Здесь сделана зона биозагрузки, отгороженная. Поверх керамзита щебень промытый, мыли его очень долго. Щебень посажены растения, там вот сусак зонтичный в горшках, чтобы быть повыше, где он есть, вот там.
там горшки. В них сусак зонтичный, чтобы больше соответствовать правилам. Сюда будет шланг опускаться вниз под керамзит, чтобы биозагрузку перемешивать. Биозагрузку еще надо, чтобы она бактериями заселилась. Вот так вот получилось. Сейчас работает скиммер, потому что грязи много в пруду, пока из него доставали растения. Вся грязь, конечно, замутилась. Сейчас вот скиммер активно все собирает. Работает пока на водопадик. Потом планируем, скорее всего, со скиммера биоплато. Насос сейчас не работает с фильтром. Что-то одно будет гнать воду на водопад, а что-то на биоплато. Вот пока так. Пока вода залита хлорированная, она отстаивается. Завтра уже запустим, чтобы началась циркуляция и чтобы из пруда в биоплато попали бактерии и начали его заселять. Вот водопад. Действие. Вода, конечно, сегодня не такая прозрачная, как была до того, как все растения перевернули вверх дном. Но все равно относительно нормально. Рыб не видно, все попрятались после таких перетурбаций. Осенний пруд. Скиммер работает, замутила воду, чистила берега. Вот так вот у меня скиммер подает на биоплато. И пройдя через биоплато, вот сюда водичка подается. Здесь, где у меня еще летом водопад, который сейчас отключен. Вот отсюда с биоплато у нас течет. Затем в пруд. Выросли зеленочки, которым видите, очень хорошо питаться. Вот перешейки. Сюда я покидала пока растения, пока пруд чистится. Завтра будем выкачивать их со дна, поэтому все практически с пруда убрано. Пустой, голый. Рыбкам прятаться негде. Ну, правда, вода мутная. Так им спокойнее. Такой осенний чайный пруд. Рогоз такой же частичный, тоже уцелевший.